16 тысяч боевиков предприняли последнюю отчаянную попытку помочь окруженным террористам в восточной части Алеппо. Но она завершилась еще одной неудачей. Сирийская армия отбила наступление даже без российских авиаударов. Но жертв избежать не удалось. По данным сирийской стороны, боевики убили 84 мирных жителей, еще около 300 ранены. Террористы признали поражение, обвинили своего главнокомандующего в некомпетентности. На помощь сирийской армии уже пришло подкрепление. В ближайшие дни она перейдет в наступление. В результате совместных действий воздушно-космических сил России и правительственных войск Сирии от террористов освобождено более 12 тысяч квадратных километров сирийской территории. Жители почти 900 населенных пунктов присоединились к мирному процессу. Наиболее сложная ситуация складывается вокруг Алеппо, часть которой занята боевиками. В связи с тем, что жители города крайне нуждаются в поддержке, было принято решение начать гуманитарную операцию. Ранее Владимир Путин поручил продлить гуманитарную паузу в Алеппо в избежание бессмысленных жертв. Режим тишины наступит 4 ноября с утра 9 часов до 7 вечера. Тем временем боевики пытаются всеми силами сорвать выход мирных жителей из Алеппо. Покинуть город могут только те, кто заплатит 150 тысяч сирийских лир. Это примерно $300 с человека. Причем пропускать террористы будут не всех. Предложение касается только жителей до 14 и старше 55 лет. Но для сирийцев, которые до сих пор остаются в районе восточного Алеппо, это просто неподъемная сумма. Денег не хватает даже на продукты, поэтому шанс в город у них практически нет. Сейчас в районе Алеппо созданы 8 гуманитарных коридоров. По ним и мирное население, и боевики могут покинуть город. Но террористы не выпускают жителей, прикрывая семьи как живым щитом. А тем временем в ООН обвинили сирийскую оппозицию.